Всем привет! Меня зовут Лидия Райс, и вы на канале Хоролук. Разные ножевые компании периодически балуют нас всевозможными эксклюзивными вариантами дизайна, материалов, оформления своих популярных моделей. Нестареющая за 30 лет спаевская четверка Делика в облегченном варианте появилась в 8 утра 24 сентября эксклюзивно на Knives Works. Рукоять из травянисто-зеленого цвета нейлона, армированного стекловолокном. Клинок обычного металлического, не черного цвета с поперечным сатинированием. Сталь CTS-204P. Как бы эта сталь и делает нож таким уникальным? Порошковая нержавейка, которая, вот чудо, является устойчивой к коррозии, хорошо держит заточку, соблюдая баланс этих характеристик. На клинке слегка увеличенное 13-миллиметровое отверстие для открывания ножа. Всего таких ножей выпущено 600 штук. Дают не более двух в одни руки. Gunsight Counterpoint – новая модель этого года. Это клинок Spearpoint, вдохновленный образом стилета, с ярко выраженным фальшлезвием и удобным пальцевым упором на обухе. Режущая кромка клинка полусерейторная. Сам клинок ножа Gunsight выполнен из японской нержавейки AUS-10A, коррозийно- и пятностойкой, позволяющей РК долго держать заточку. Рукоять изготовлена из армированного пластика Grip X цвета хаки. Ее дополняют закаленные алюминиевые лайнеры, придавая надежность и делая рукоять удобной для любого хвата. Запорный механизм ножа Tri-Edlock. Серия ножей Gunsight ограничена, и каждый нож имеет свой серийный номер. Друзья, все мы любим халяву, но если не все, то многие. Наш главред так уж точно и любит сам, и любит дарить ее эту самую халяву. Сегодняшняя вкусняшка – это вечная скидка в одном из самых крупных ножевых магазинов. Введя при заказе в интернет-магазине bestblades.ru промокод «Хоролук», вы получите скидку в размере 6% от суммы заказа. Вводите и получайте вкусную скидочку. Всем добра и побольше хорошей халявы! Нож Wraith, по-русски призрак, новой линейки Ace Series представила недавно Ontario Knife Company. Кстати, товарищи все больше сокращают себя до аббревиатуры OKC, так что встретите это сокращение, не ошибетесь. Но вернемся к самому ножу. Нож OKC Wraith Ace Series позиционируется как продолжение линейки тактических призраков с черной рукоятью, и теперь это ясно видно. Типа тот же великолепный, как заявляют производители, нож, что и раньше, только в новом виде. Основными достоинствами призрака OKC видят бюджетность и надежность. За надежность не скажем, не пробовали держать нож в руках, а вот цена в 23 без копеек доллара действительно довольно бюджетна по сравнению со многими американскими ножами. На этом все. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще больше интересного.